Не так давно экс-супруг Ольги Бузовой поделился с подписчиками своего Инстаграм радостным для него и важным событием – рождением дочери. Фотографии малышки и счастливых родителей, конечно, вызвали огромный интерес у пользователей социальной сети. Но вот порадоваться за новоиспеченного папу сил хватило не у всех. Многие подписчики оставляли язвительные, а порой жестокие комментарии. В ответ футболист опубликовал новый снимок и шутливую подпись. Хочу сказать большое спасибо желтым газетенкам и недоброжелателям. Благодаря вам добрые люди дружненько скинули мне на карту, и я купил самолет. Судя по комментариям под этой записью, его троллинговый ход удался.